Рендер-токен – это распределенная сеть рендеринга GPU, построенная на базе блокчейна Ethereum, предназначенная для соединения художников и студий, нуждающихся в вычислительной мощности GPU с партнером по майнингу, готовыми сдавать в аренду свои возможности GPU. А курсы и статистики этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Задуман в 2009 году компанией Otai Inc. Генеральный директор Жюль Урбах, запущенный в 2017 году, RNDR провел свою первую публичную продажу токенов в октябре того же года, за которой последовал период частных продаж, длившийся с января 2018 года по май, в ходе которого было продано в общей сложности 180 миллионов RNDR по цене 1 RNDR эквивалент токену в $25 США. В период частной продажи первые пользователи были подключены к бета-тестовой сети RNDR, где операторы бета-узлов и художники работали совместно с командой RNDR над созданием и тестированием сети вплоть до ее публичного запуска 27 апреля 2020 года. RNDR – это служебный токен ERC-20, используемый художниками в сети для обмена на вычислительную мощность GPU от поставщиков GPU операторов узлов. RNDR использует комбинацию ручной и автоматической системы подтверждения работы, или в данном случае подтверждения рендеринга для проверки того, что весь арт был успешно отрисован до выплаты платежа и выпуска арта. Используя присущие блокчейну Ethereum свойства безопасности, проприетарные активы хешируются при запуске и отправляются узлам по частям для рендеринга. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительную бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которую хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Все платежи RNDR хранятся на условном депонировании во время рендеринга и передаются операторам узлов после ручной проверки исполнителем по вводу в эксплуатацию успешной работы. Чтобы предотвратить проникновение злоумышленников в обе базы пользователей, все активы, отображаемые в сети, помещаются водяными знаками до тех пор, пока платеж не будет успешно выплачен, после чего могут быть загружены изображения без водяных знаков, и все платежи хранятся на условном депонировании до тех пор, пока вручную не будет проверена правильность отображения. При поддержке материнской компании Otai, команда RNDR базируется в Лос-Анджелесе, а члены команды работают по всему миру. Консультативный совет RNDR состоит из таких лидеров отрасли, как Эри Эммануэль, Джей Джей Абрамс и Брэндон Эйх, которые консультировали RNDR в различных областях преодолевания разрыва между созданием системы, которая понравится как криптовалютным сообществам, так и производственным конвейерам голливудских студий. Другими словами, данная сеть блокчейна помогает Голливуду создавать сложные эффекты для многомиллионных фильмов, предоставляя вычислительную мощность для обработки кадров. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.